на видеосервисе «Кинопоиск» состоится премьера 8-серийного детективного сериала «Детективный синдром», выход которой ожидается 6 октября. В центре сюжета сериала простой парень Паша. Когда-то давно его отец без объяснений ушел из семьи. Павел, вопреки всему, не держит злобы на отца и не хочет соглашаться с тем, что он сделал это специально, ведь на то не было причин. Парень решает сам во всем разобраться и начинает свое собственное расследование. В ходе поисков отца Паша начинает придумывать различные теории, а затем проверять их на жизнеспособность. Через какое-то время ему срочно требуется большая сумма денег, и он решает обратиться к Герману, криминальному авторитету. Герман не отказывает, но при этом дает деньги не просто в долг, а за выполнение некоторых услуг. Одним из заданий становится перевозка сумки, набитой деньгами, которую Паша, по стечению обстоятельств, благополучно теряет. Это ставит парня в крайне тяжелое положение, он решает искать пропажу своими силами, и постепенно поиски приводят его в сумасшедший дом, где его ждут невероятные открытия. Главные роли в сериале исполнят Ольга Ковалай, Аристарх Венес, Анна Шепелева, Кристина Козинская и другие. Премьера 8-серийного детективного сериала «Детективный синдром» состоится 6 октября на видеосервисе «Кинопоиск». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.